Коллеги, всем привет! Дмитрий Каждан вновь приветствует вас на своем канале. Спасибо, коллеги, что у вас 203 человека. Мне очень приятно. Мне каждый человек, который вступает в мой аккаунт, мне очень дорог, и мне очень приятно, что вы не удаляетесь, и вы находитесь на моем канале. Спасибо, что вы мне ставите большие пальцы. Мне вдвойне это очень приятно. И спасибо, что очень много просмотров на моем канале. Надеюсь, я стану большим таким мега-супер-блогером по расческам, по ножницам, по вообще, в принципе, по всему инструменту для парикмахеров. На самом деле, раскрою вам секрет, у меня есть такое дикое желание стать блогером по всему парикмахерскому инструменту. И хочу освещать вам не только расчески от компании White Spark Professional, но и в дальнейшем буду освещать, наверное, буду все, что можно, что касаемо парикмахерского инструмента, буду освещать выставки. Короче говоря, будет очень всего, очень многого интересного, так что подписывайтесь на мой канал, и будет очень-очень все интересно. А сейчас мы вернемся к презентации новой расчески от компании YS Park Professional. Коллеги, кстати, по поводу произношения, я дико перед вами извиняюсь, на самом деле нужно грамотно говорить о бренде, да. Я вот совершил такую дикую ошибку на протяжении всех своих видосиков. У меня, значит, когда состоялась презентация данной расчески у самого основателя Ян Су Парка, значит, мне наш японский коллега сказал, что, значит, грамотно нужно говорить YS Park Professional, да, вот название, вот, а я говорил US Park Professional, то есть, ну, как-то у нас вот в России как-то вот говорят вот US Park, ну, и как-то я вот действительно совершал грубейшую ошибку, и мне, честно, за это очень стыдно. Надеюсь, что вы мне не поставите за это дизлайк, но теперь я буду говорить правильно YS Park Professional. Вот, перед всеми извинился, все честно, так что продолжаем. Значит, смотрите, я хочу вам презентовать новую расческу от компании YS Park Professional. Это расческа у нас для тушевки. Коллеги, сразу скажу, официально эта расческа еще в продажу не поступила. У меня пока только вот такой опытный образец. Вот, и я с вами пытаюсь поделиться, показать вам его, чтобы вы видели. Очень много было вопросов по этой расческе, мне очень писали. Значит, кто-то уже где-то видел на каких-то там зарубежных сайтах. Ну вот, наконец-таки, я побывал на самом семинаре. Сам товарищ Парк мне презентовал данную расческу на семинаре. Мне было очень приятно, когда мы с коллегами сидели и смотрели его выступление. Вот, значит, что, для чего эта расческа нужна? Эта расческа, прежде всего, нужна для тушевок, как мы видим. То есть, это большой такой гребень, конкретно для мужских стрижек. И да, я думаю, что те, кто любит женские стрижки, короткие, у кого есть короткие женские стрижки, скажем, в арсенале, в клиентской базе, то я думаю, что вы тоже можете себе купить такую замечательную расческу. То есть, можно сюда вот так положить три пальца, сюда положить мизинчик и делать великолепно тушевку данной расческой. То есть вот так ее можно держать. То есть, а так держите, конечно, как вам будет удобно. Вот, значит, старт продаж данных расчесок в России еще не наступил. Как он появится, я напишу в своей группе ВКонтакте, ссылку на нее вы увидите под этим видео в описании. Также заходите на наш сайт shopcoms.ru, и там, собственно, эти расчески, я думаю, что на главной страничке появятся, когда они уже будут в нашем магазине. Вот. Значит, что еще по расческе? Значит, длина у данной расчески у нас 240 мм, если для вас это очень важно. Значит, цвет у нее бывает белый, черный. О черном цвете я поговорю в своем следующем видеообзоре. Вот. Потом, что еще? Выдерживает температуру 220 градусов. Вот, так что работайте, делайте тушевку данной расческой, думаю, оно вам доставит шикарное удовольствие работать данной расческой. Значит, что еще? Да, в принципе, все, что я хотел, я вам, наверное, уже рассказал. Вот, кстати, напоследок, я узнал, коллеги, что это за пластик. Название этого пластика — Имиду. Вот, японский такой пластик, который используется при строительстве шаттлов. Ну вот, его вот такое название, потому что меня кто-то когда-то спрашивал, как называется этот пластик. Вот теперь я вам могу торжественно заявить, это пластик Имиду.
вот, который выдерживает такие высокие температуры, благодаря которому расческа YS Spark Professional не плавится. Также, коллеги, хочу вам сообщить такую замечательную новость. Теперь, если вы находитесь в Санкт-Петербурге, я могу приехать к вам в салон и сделать некий обзор по данным расческам. То есть вы мне можете оставлять комментарии под этим видео, либо вступите в мою группу ВКонтакте, напишите мне в личку, я с радостью приеду к вам в салон, привезу все расчески и проведу вам обзорный семинар по всей продукции компании YS Spark Professional. Коллеги, рад был всех видеть, всем точных стрижек. С вами был Дмитрий Каждан, всем пока.